Всем привет! Собираюсь на работу. Всю ночь дождь шел. Под утро вроде маленько перестал. Нет, вот опять начался. Собираюсь на работу, не знаю. Даже выходить из дома не хочется. Вам плохо видно, а так вот льет на улице. Прям льет, как из ведра. А на камеру не видно. Мне плохо видно. Так, что я сегодня аж одеваю? Плащ, наверное, одену. И прохладно на улице, 18 градусов так-то. А ветерочек. Вон даже по деревьям видно ветер. Недолго жара радовала нас. Сколько там, 2 дня? Жарко было, тепло, хорошо. Всю эту неделю будет дождь у нас до понедельника. Выходные как начался? В субботу, воскресенье. И все, вот до следующего понедельника будут дожди каждый день. Прогноз я посмотрела. Все, пойду на работу. Вон на лужах смотрю. Дождь сейчас немножко ослаб. Вообще лил сильный. Пошла собираться на работу. Я уже на улице. Ой, дождик мелкий опять начался. Ой, блин, когда-нибудь это кончится, дождик? Нет. Вот же. Ой, блин. Я не успела из дома выйти, уже вся мокрая. Весь плащ, вон лужи. Весь плащ уже у меня намок, не успела выйти. В машине хорошо. Сухо, тепло, печку включила. Вот как ехать в такую погоду на работу? Такую погоду надо лежать дома, на диване. Но надо ехать. Не потопаешь, не полопаешь, как говорится. Не потопаешь, не полопаешь. На улице даже никого народу нет. Все сидят дома. О, здесь вон какие лужи. Вон какие лужи здесь. На дорогах. Вот так асфальтировали. Такую яму здесь сделали. Огромную. Не знаю, как у нас асфальтируют. Мне же надо еще заехать в банк. Не в банк, а в терминал снять деньги. Сейчас я, наверное, заеду здесь, около дома. На базе там нету терминала. А в Фабри ехать, это мне лишний крюк давать. Лучше я сейчас около дома здесь заеду, наверное. Вот же как идет, сильный такой. Да. Посмотрела сегодня утром прогноз на неделю. Вся неделя, вся будет такая дождливая. До следующего понедельника. Вот такие вот дела. Такие дела. Пойду снимать деньги. Ой, прям из машины не хочется выходить. Иду в банкомат. Надо было поближе мне остановиться. Иду под дождем теперь. Что-то увидел первое свободное место. О, здесь как зелень поднялась. В этом году все равно что-то они здесь, клумбочки хиленькие у них около банка. Обычно там столько цветов сажают, а в этом году нет.
Все, сняла деньги. Еду дальше. Нет, это на весь день, наверное. Все он обложено. Вчера он как-то то начинался, то заканчивался. Вон какие здесь цветочки. Красивенькие. Каждый год вот эти они сажают здесь. Под дождем еще хожу цветочками, любуюсь. Ой. Ой, мокну. Мокну, любуюсь цветочками. А я уже все равно намокла. По Гоголе еду. Что вот я еду сегодня, да? Ой, прям не хочется. Что-то эту улицу они долго ремонтируют. Сняли верхний слой асфальта. И до сих пор не начали новую укладывать. Стиральная доска. Все рабочие уехали, сняли асфальт и уехали. Все, работы на этом закончились. Может, из-за дождей они перестали работать? Скорее всего, так. Ну да ладно. Хоть весной начали, а не осенью, когда уже проливные дожди осенние начинаются. У нас же как все лето прокукуют. Вот хоть хорошо рано начали. У них время есть еще. Ну что вы ползете? Успею на этот светофор, нет? Должна успеть, должна. Успела. Вот же какой мелкий, противный дождь. И сильный такой. Сегодня у нас всего 12 градусов. К тому же еще и холодно. Ну, я так не ощутила, пока вот вышла, не ощутила такого сильного холода. Вчера было 18, сегодня 12, вроде по ощущениям такая же погода. О, у меня окна начали потеть. Вроде не бухала. Печку надо включить. Выключил печку. Печку включаешь, оно потеть перестает. По 23 мая двигаюсь. О, лобовое у меня вспотело. Я же не вижу, как в тумане мне видно. Надо исправлять срочно эту ситуацию. Так, куда они меня направляют?
авария, видимо, на перекрестке была. Валяется запчасть от машины. Пластик разбитый весь. У нас половодья вообще не было, потому что в прошлом году вот засуха сильная была, жара, и сразу все таяло, уходило в землю, что ли. Половодья не было в этом году, как ни странно. Район Михайловки выехал. Слава Богу, переезд открыт. Иногда то попадаю в это время, здесь всегда закрыт бывает. Никак не могу подугадать, во сколько здесь проезжает состав. Как раз в это время где-то примерно грузовой состав проезжает. По Салтыкова-Щедрина двигаюсь. Так, у нас бензин есть? Бензин есть. По-моему, он усиливается, даже дождь. Вот сейчас буду ходить на базе, мокнуть. Мокнуть буду, мокнуть. Да, сильно идет. Еще сильнее пошел. Может, мне надо было лучше пересидеть, попозже ехать. У меня сегодня не такая большая заявка. Ну ладно, выехала. Не растаю. Неприятненько, конечно, мокро ходить. А что сделаешь? Обсохнем. Ой, блин, здесь встать негде мне. О, спасибо, что пропустил, милый друг. Все, я приехала. Сегодня даже на базе не очень много народу. Что здесь у вас? Бабульку ждет. А бабульке пофигу. Машина, не машина. Идет себе. Капюшон натянула, никого не видит. О, здесь какая лужа. Так, а здесь не встать негде опять. Так, и что здесь мы делаем? И что здесь мы делаем?
Мне это не нравится. Ну ладно, пока здесь встану, потом перепаркуюсь. Все, я отработала. Еду домой. Дождик перестал вроде сегодня с утра. Дождик без конца то начинается, то останавливается, то моросит, то льет. Вообще погода такая паршивенькая. Вон здесь какая природа красивая. Сижу на переезде. Только прям перед носом закрыли. Так что стоим, ждем. Сегодня заехал в красно-белое. Посмотрела цены. О, никакой состав не прошел. Открыли. Вроде там и не чистили что-то. Непонятно, что закрывали. Я уже дома. По пути с работы зашла в магазин. Покупочки кое-какие сделала. Сейчас покажу вам. В основном купила овощи. В основном. Капусту взяла. Капуста начала дешеветь. По 50 рублей взяла капусты. Огурцы тоже в цене начали падать. По 60 рублей огурчики взяла. Перец тоже падает в цене. 250. Было недавно только 350. А зеленый перец еще дешевле. 180 он стал. Ну, здесь зелень, лук с этим, с укропом взяла. А цену что-то я не помню. Вот она мне взяла, пучок взвесила. Цельнозерновую вот такую муку взяла. Увелка. Цельнозерновая. 80 рублей, 2 килограмма. Вот все мои покупки. Больше я ничего не брала. Остальные все дома есть. Сейчас поужинаю и начну заниматься домашними делами. В первую очередь мне постирать надо. Стирка там меня ждет. Вот такое блюдо я вчера готовила. Блюдо, скажем, конечно, слишком громко. Гречка с куриными котлетами. На сухую сковороду положила я нашинкованный лук. Сверху натерла одну морковку на терке, большая морковка. Поверх морковки положила промытую гречку, 2 стакана гречки. Сверху уложила на гречку куриные котлеты и залила соусом. Соус я приготовила из 3 стаканов воды. В воду добавила 150 грамм сметаны, посолила и залила. Сначала готовила при открытой крышке. Короче, выпариваться, как начался соус. Все, потом я уже закрыла крышку и еще минут 20 тушила уже под закрытой крышкой. Все вот так вот. Нормально есть можно. Я раньше ППшное блюдо вообще думала, как люди их едят. Ни масла нет, ничего. Ни поджарки, ни зажарки. Ничего, привыкаю. Глядя на сына, и я привыкаю. Нормально, можно есть. Конечно, на вид оно не больно красиво. То, что не зажаристые котлетки такие. Паровые же они получаются. Но нормально, вкусно, можно поесть. За то, что я заметила, после таких блюд, вот ППшных, это, нету тяжести в желудке. Так хорошо, легко так себя чувствуешь. Мне аж самое понравилось это ППшная еда. Ну вот, опять полил. Сильный дождь такой полил. Здесь еще мне вот сетка мешает. Вот же здесь сетка у меня. Никак не видно. О, какой сильно льет-то. Вот вам плохо видно, а здесь как из ведра. Ого. Вот это дождичек. Лужи вот показать хочу вам. Во-во, когда приближаешь, приблизило, видно. И это уже вторая неделя пошла. Такие дожди идут у нас вот так вот. Эпицентр, по-моему, у нас в Башкирии. Самый эпицентр дождей. Дети под козырек там спрятались на детской площадке. Не успели домой убежать.
им ни почем все. Вон и выскакивать, бегать, играет под дождем. А мы сами маленькие были, также бегали под дождем. Но мы под теплым дождем, а мне кажется, холодный дождь сегодня такой. Вот такая погодка у нас.